Здравствуйте, Василий Соловьев и Юрий Розанов. О футболе, который даже по телевизору смотреть не очень удобно, потому что ливень. Жалко футболистов, ну что поделаешь, такая у них работка неприглядная, зато хорошо оплачивается. Проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Честно говоря, передернули, да? Серхио Бускетс прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Безусловно, удачное действие защитника, потому что мяч в ауте и будет бросать его команда. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Делает передачу Месси, но мяч перехвачен. Просто подарок мяча сопернику. Думаю, что у арбитра здесь есть повод придраться, все поправил. И вот он, удар по воротам. И главный Месси. Думал, надо бить и забивать. Педро. Было положение вне игры. Но, во всяком случае, арбитр его зафиксировал. Удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Неплохой отбор. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Вот приятно, когда пытаются пробить не своей ударной ногой, но неприятно, когда бьют подобным образом. Наверное, не успел подстроиться, поэтому от, как это сказать-то, от безысходности ситуации пробил. Форвард. Вот это настоящий форвард. Да? Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень легко. Довела Барса свою атаку практически до ворот. Свисток арбитра ее прервал, и будет пенальти. Предупреждение строгое и последнее. Так действовать нельзя. Арбитр в этом эпизоде абсолютно прав. Вот такие вещи в последнее время судятся очень строго. Реализации примерно так и надо бить пенальти. Дружок, если хочешь забить с пенальти, поручи это Лео Месси. Он точно не подведет. Далеко, вполне возможен удар. Вот эта игра в «А ну-ка отними» вблизи у чужих ворот, да, это издевательство над соперником и ощущение напряженности постоянно. Видим мы борьбу.
Очень внешне легко проходит дальше. Думаю, надо бить и забивать. Прекрасный пас, отличный гол, вратарь, сори. И обрати внимание, Вась, ведь побежал сразу, и это правильно, абсолютно, да, поздравлять отдавшего этот великолепный пас игрока. Неймар. Как внешне легко порой, кажется, да, Барселона создает моменты. Месси. И будет борьба в штрафной после этой фланговой передачи. Защита бдит, и прострел перехвачен. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Уразу отличились команды в первом тайме. Пока ничья. 1-1. Ну что ж, команда уходит на перерыв. Приравно. Вторая половина игры началась. Позиция игрок Барсы. И мяч становится добычей вратаря. Серхио Бускетс. Педро. Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Педро. Зафиксирован офсайд? Да, зафиксирован. Действиями нового игрока, возможно, именно он поможет каким-то образом изменить счет, который, напомню, пока равный. Да.
Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Черкио Буздец. Ари. Дани Алвес. Выбит мяч из пределов штрафной. Забивать. И гол, и отыграть его будет очень и очень непросто. А вот и дубль. Да посмотрите, какой красивый вышел второй мяч. Отлично берет мяч под контроль, находит свободный проход к воротам и проталкивает мяч мимо вратаря. Классный гол. Некое подобие стенки. И вот потеря в центре поля. Неймар. Давайте повнимательнее будем смотреть на поле. Возможно, увидим какие-то перестановки тактического тура. Партнеры поддерживают. Месси. Хорошо открывать. Думаю, надо бить и забивать. Как говорится, от греха. Свисток арбитра, офсайд. Жесткая борьба за мяч продолжается. Вроде бы это потеря, но борьба продолжается. Обратная передача. Давно уже мы забыли, как забивают голы. Помним только счет, он давно не меняется. Перехват в середине поля. Возвращает мяч партнеру. Трибуна вовсю гонит хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. И очень часто после прострелов защита перехватывает мяч. Вот как раз такой случай. И в таких случаях трибуны, думаю, надо бить и забивать. Есть возможность подать мяч в штрафную, что и происходит. И вот он удар по воротам. Барселона добивается успеха. Насторожиться, когда... И звучит финальный свисток.